себя корю, когда Настя была маленькая, у нее был там Дед Морозик, я его вечно кому-то передала. Я решила вот подарить вам подарочек Дед Морозика. Это на елку, это игрушка. Круто. Очень, да, чтобы он у нас уже был свой Дед Морозик, маленький, символичный. Свой собственный. Да. Наш первый Дед Морозик, между прочим. Но у него у Насти заводной был всегда. Я вот не нашла заводного. Да, он еще тупел. Джингл Белл. Да. Спасибо. Прикольно. Вашу новую квартиру. Ну, просто он висит и как висит. Как тебе удобно. Смешной такой. Да. Я вам дарю. Ух ты, какой. Потом... Да, это какой-то очень вкусный запах. Салфетки для сала. Да, это вам открыто. Это что за такие красивые ребята заморочились? Заинтригован. Как-то жалко рвать такую бумагу. Надо было... Спасибо. Ничего себе! Здесь конверсия заклеена. Лифтинг эффект, наверное. А, да. Мне интересно, что здесь. Это автомобиль! Я говорю, почерк, как у Деда Мороза, ему все конверты надо было подписывать. У меня такой красивый почерк. Такие бумаги. Там видно мою беспомощность во взгляде. Пахнуло богатство. Я не знаю, какой запах. Значит, у меня не бедности. Нет, для меня это какой-то запах роскоши, что ли, какой-то. Или вот что-то такое. Дорогие духи. Эмоции. Надеюсь, у вас тоже будут приятные эмоции. Так у нас уже выше крыши, я уже улыбаться не могу от радости. Я говорю, у меня наушники не работают. Он мне говорит, решим этот вопрос. А как он уже у меня наушники? Это вот эти вот AirPods, да? Ух ты, ничего себе, блин, это я теперь все время буду переживать, не потеряла ли я наушники. Ой, кто-то звонит. Сегодня 3 января, мы решили собрать лего. Ну, я, конечно, участие принимать не буду. В прошлый раз я дарила лего такой мотоцикл, и на это ушло 2 вечера. И там было меньше деталей, здесь лего для взрослых вроде бы. Ну, тот тоже был как бы не для детей. В общем, очень кропотливая работа. Для меня выглядит это как куча проблем, которые сложно решить, а для Лёши как увлекательное занятие. Деталей просто... Деталей миллиард. Результат собранного этого подарочка, как тут все получилось. Быстро в этот раз Леша собрал. Он так разгружает мозг свой вот этими всеми детальками. Для него это легко. И как бы так он отдыхает, собрал и все. Конечно, он с этим, ну, если вдруг будут такие вопросы, не играет. Вот это вот прошлый, тоже лего, тоже техник, мотоцикл Дукати. Вот этот он хоть меньше, но я помню, что он его дольше собирал. А машину просто вообще вот за несколько часов буквально начал и закончил. Я очень удивилась, что уже все. Так, вроде я тут ничего не разломаю. Я, по-моему, больше играю, чем Лёша с ним вообще возился. Заехали тут в Глобус и параллельно зашли в Москву на Волне. Здесь огромный такой павильон, а сверху есть фудкорт с морскими всякими деликатесами. Так, что здесь полно всего. Он, конечно, шпроты, но я просто остановилась так, чисто посмотреть к чему-то, чтобы глаз привык. Налим, щука. Налим 190 рублей килограмм. Омуль 1090 рублей килограмм. Камбала, сайра, кижуч, кита, карп, форель, осетр. Короче, как все, что есть, все продается. Краб камчатский. 2780 рублей килограмм. Устрица арабская, 270 рублей штука. Так, краб камчатский. Тут он в живом формате, 5400 рублей килограмм.
не успела снять. Мы решили пойти взять устрицы попробовать. Получается, сколько это? Раз, два. Не могу посчитать. А, вот написано 8 устриц на 2110. Ну, мы чисто так попробовать, что это такое. Покажи пакет. Ну, там ничего не видно. Ладно, я вроде там немножко сняла, пока набирали. Как у нас тут красиво все украшено. Купили лимон. Едем. Ой, едем. Идем есть. Поели и снова есть. Такой режим 3 января. Алиса, стоп-музыка. У нас есть вот такой нож. Леша его организовал для разрезания. Вот такую перчатку привез, чтобы не пораниться. Вот сами эти ребятки лежат. Лимоны мы порезали. Вот этот лед вместе с мидиями положили, чтобы... Господи, с устрицами. Как ее открутить? Ой, так аккуратно. Не порежься. Довольно аппетитно или нет? Непонятно. Довольно устрично. Устрично. Короче, нужно ее пропитать лимонным соком, выпить вот эту водичку, заглотить вот это вот мясо, все тщательно пережевать, дать вкусовым рецепторам насладиться и запить вином. Ну, как бы часть программы мы точно выполним. Их надо вот так вот засервировать, да, все, чтобы... Ну, у нас льда не хватит засервировать все. У нас полно льда в морозилке. Давай его вот так выложим. Ну, давай попробуем. Сейчас. Сейчас. У нас есть лед. Вот он. Я его тебе отдам, да? Ты положишь как надо. Или который там в пакете. Еще вот такой. Тут, может, еще есть. А, вот вообще в пакете есть. В виде снега вот нужно, по идее. В виде снега у нас. Может, тарелочку поглубже? У меня есть такая красивая тарелка. Сейчас. Попробую еще открой, да, чтобы поесть. То мы на них подсядем. Если часто их брать, то не такие уж они доступные по цене, да, будут. Так, давай, наверное, вот эти вот хасанские. Ух ты! Какая она. Хасанский, это что, этот, Дальний Восток. Какая она сильная. Ну, самая красивая, по-моему. Самая сложно открываемая, да? Ну, у меня вот эта вот кривая очень. Кривая-кривая. Вот что у нас получилось, небольшое количество штук. Будем пробовать. Поливать лимонным соком? Я полил уже. Ты полил уже? Да. Мне нравится. Их можно, наверное, много съесть. Но это прям очень вкусно. Говорят, есть люди, которые вообще это не любят. Чем-то склизким считают, неприятным, да? Она должна настояться с лимонным соком чуть-чуть? Ну, она постояла уже, в принципе, пока я ее раздевал. Еще одну попробуем. Одна осталась. Не поддающаяся вскрытию. По-моему, это тоже дальневосточная. Она самая красивая. Я не помню, я говорила, что это спецперчатка для вскрытия устриц. Если нет, то вот, еще раз дублирую информацию. Еще одна устрица. Все хочу то креветками, то мидиями назвать. Арабская. А я арабскую ела уже? Да. По соотношению сложность открывания вкус лидирует арабская. Если в ресторане есть, будет проще, но дороже. Все, устрицы были великолепными. Я прочитала про них, о их полезных свойствах просто для всего. Хороши для женского здоровья, для мужского, для иммунитета, для там разных органов, для щитовидки. Для просто вот какая-то прям находка. Ну, их, конечно, так не поешь.
килограммами. Хотя хотелось бы как-то их побольше попробовать. Сегодня, кстати, мы сейчас собираемся к родителям и решили тоже проехать через вот этот рынок «Москва на волне», «Глобус», «Леруа», в общем, большой ТЦ, и там взять снова устрицы, чтобы как бы угостить родителей. Я не знаю, вот мама, я не помню, она говорила, когда они были летом на море, то ли они... Ну, наверное, не пробовали. По-моему, они просто видели, что они там продаются, и вот это впечатление у него осталось. По-моему, они не пробовали. Поэтому сейчас мы выезжаем на рынок и к родителям. Вообще, дни снова полетели. С 31 числа по, наверное, 4 все было как-то вот... Как-то тянулось, как будто бы сейчас опять все резко закрутилось. Мы сегодня уже 5 января убрали елку, сделали небольшую... перестановку, вот такую, сразу покажу. Вот тут теперь стоит этот стол, там телевизор и вот эти вот табуреточки. Я их показывала закрытыми в коробке. Вроде неплохие, вроде ничего такие. В общем, все. Собираюсь. Там у меня мужское, женское. И выхожу. Муж, наверное, уже разогрел машину. Потолки пока... Ну, кроме коридора, оставляют везде желать лучшего. Леша попросил взять какую-то ненужную тряпку. У меня нет ненужной тряпки. Леша набирает устриц. Пакет получен с устрицами. По-моему, в этот раз взяли еще какие-то китайские. Тут вот так, кстати, все интересненько украшено. Процесс открытия. В этот раз мы взяли хасанские, арабские и эти китайские. Но до них еще тут не дошло. Леша открывает. Или... А, вот этот китайский. И что, они тоже мясистые? Да. Сейчас будем пробовать все вместе. Вот это какое красивое произведение искусства. Сейчас мы тебя съедим. Дегустация устриц прошла успешно, я снимала только сам процесс вскрытия. Родителям, ну так по общим эмоциям, впечатлениям, вроде бы они тоже пришлись по душе. Достаточно все это с большой силой и трудоемкостью добывается. Спасибо Лёше, что он дал возможность нам это все попробовать. Ну и вот если кто-то хочет точно так же вот на этом рынке что-то приобрести, те же самые устрицы, там их могут вам вскрыть, и на месте в фудкорте их можно попробовать. То есть не обязательно прям покупать, везти домой. И вот иметь специально обученного человека для этого, но нам повезло. Я немножко, наверное, так в прострации. Дни, как я уже, наверное, говорила, побежали. Всех еще раз поздравляю с наступившим Новым годом. Поздравляю с Рождеством. С началом рабочей недели. В общем, пусть все как-то будет замечательно, как-то все будет гладко, по-доброму, с хорошими новостями. Наверное, это видео, этот влог я буду заканчивать. Это мой первый влог в этом году. Получился он такой новогодний, устричный, такой своеобразный. Надеюсь, он вам понравится. Обязательно выразите какую-то эмоцию, либо лайк, либо дизлайк. Для меня это очень важно. Поэтому я говорю, что это обязательно, на самом деле, конечно, нет. В общем, опять начинаю забалтываться. Если интересно, переходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube-канал. У меня также есть канал на Дзене, где выходят все эти влоги. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!